Я вас приветствую, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость Турции Парадайз Алания». Меня зовут Агаси, и в этот раз хочу вам показать очень хорошую виллу, которая подходит под гражданство Турции. Вилла огромная, трехэтажная, туда парковка даже есть. Расстояние отсюда до моря максимум 4 километра, район Махмутла. Как вы видите, глазами крепость Алания, море видно так, как вы сейчас видите. Я приблизил. Есть вид на горы. Вот. Вот горы. Глазами все видно, как вы сейчас видите. Рядом проходит дорога. Хорошая дорога, асфальтированная прямо до моря. Вот отсюда видно море, также район Махмутларса. Покажем теперь виллу. Вот вилла. Тут отдельная квартира 1+1 для охранника, для консьержа построена. А также вилла, кажется, 6+1. Я еще не заходил, я посмотрел только гараж. Подо мной сейчас находится гараж. Здесь отдельная площадка. Можно сезонное барбекю сделать. Не знаю, что можно придумать. Так, бассейн. Спущусь я вниз. Здесь тоже есть сад. Что-то можно посадить. Добавок. Начнем. Здесь дополнительные две комнаты. Ремонт обязательно нужен. Квадратный метр я сейчас сказать не могу, но большая. Вот, здесь можете сделать фитнес для себя. У меня есть много вариантов вилл, так как они находятся в основном на расстоянии, я редко езжу и снимаю. Также под гражданство есть у меня приблизительно 6-7 вилл на данный момент, которые вы можете также купить. За 500 тысяч евро есть, за 600 тысяч, за 360 тысяч евро. У этой виллы цена выше, чем я сказал, так как она огромная. Здесь у нас гараж. Вот, вместимость, 3 машины может вместиться. Вот здесь вход. Прям с дороги заходите, машину оставляете и поднимаете наверх. Теперь зайдемте в квартиру для охранника или консьержа. Тут спальня. Теплый пол. Вот даже теплый пол поставили. Тут есть сауна, это санузел, тут кладовка, вы сами можете себе представить, что можно отсюда сделать для себя, мини-кухня, стиральная машина Siemens, тут у нас сауна. Душевая часть. Пройдемте теперь в главную виллу. Тут тоже есть участок. Тут отдельный вход. Лимонное дерево. Пальма. Тут джакузи. Вот
Вид отсюда глазами таков. Шума от дороги никакой нету. Она осталась впереди. Вид у вас никогда не закроется. Вот такой вид постоянно. Здесь вот вход тоже есть дополнительный. Внизу дорога, которая ведет именно к заднему входу. И тут участок, можно тоже что-то посадить. Вот такая красивая вилла. Год постройки 2015-2016. Те года. Вошли в виллу, начнем с этой стороны. Теплые полы по всей вилле, как я вижу. Прочечная. Так. О, джакузи. Отлично. Это выходит прямо в то место, где я снимал в террасе. Включить весь свет. Ага, там всю люстру включается. Так, идемте дальше. Тут гостевая. Гостиная. Везде, как видите, есть теплый пол. Нормально. Бумага. Кухня, холодильник Siemens, ну, вся бытовая техника фирмы Siemens. Поднимемся на верхний этаж. Отсюда видно крепость Алании, вот море. Напишите в комментариях, как вам планировка этой виллы. Угу, тоже большая спальня. Значит, одна спальня была. То есть одна спальня наверху. Две спальни, кажется. Родительский санузел. Спальня минимум 20 квадратных метров полезная площадь. Кроме вот этого санузла. Здесь балкон. Да, кажется. Такой вид с балкона. Можно сделать, установить автоматический руль ставни электрическую. Здесь что у нас? Тоже здесь гостевая комната. Можно сделать кинотеатр. Вроде колонки стоят.
Здесь глянем, что. Ну, здесь тоже один балкон есть. Вид на горы, на соседние здания. Санузел, просто такой кабинкой, и еще одна спальня. Один там, один тут, гостевая, ну две спальни сделал, можно и три сделать. Здесь встроенный шкаф глубокий, а. Вот посмотрите, санузлы в каждой спальне отдельно. Здесь теперь я не знаю, что балкон есть, нету. Там, наверное, есть балкон. А здесь тоже есть балкон. Давайте тут глянем. Да, тут тоже большой балкон. Прекрасный вид на море. Глазами все видно вот так. Крепость Алании, горы. Ну, сами оцените. Я оценил, мне понравилось. Себе купил бы эту виллу под гражданство, тем более, если будет у меня большая семья. Ну, теперь самая главная цена. Ставим лайк, подписываемся на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики. Цена этой квартиры 1 100 000 евро. Есть скидка. Познакомлю с хозяином, собственником. Сядем за стол, обсудим какую-нибудь скидку на эту квартирную виллу. А также есть у меня, как я говорил в начале ролика, много вилл, которые подходят под гражданство, а также работы по запросу. Приезжаете заранее до вашего приезда, я подбираю несколько хороших вариантов под ваш запрос, под ваши критерии, и последовательно показываю все варианты за 1-3 дня, то, что есть на рынке. Знакомлю с собственниками, это редко кто делает. Все, с вами был Агасий, Солнечная Алания, район Махмутлар, Верхний Махмутлар. Всем пока-пока.